всем бобра. В прошлых роликах мы поговорили о вопросах деторождения, воспитания детей, значит, немного затронули вопросы быта. И теперь, подводя итоги, давайте поговорим о таком интересном и важном вопросе, как процесс погребения. Сразу скажу, наши предки имели захоронение через кремацию, так и погребение в земле. Понимаю, что подобное утверждение вызовет массу споров, но вот фольклор это зафиксировал. Возможно, фольклористы ошибаются, но мы рассматриваем эти вопросы именно с точки зрения фольклора, то, что сохранилось в нашей традиции. Итак, вот, например, в каждой, даже самой интеллигентной в семье, на поминках или, как в языческой традиции называлось, на тризне, не принято подавать такие столовые предметы, как ножи и вилки. Но вот эта вот интеллигентная семья хоть и будет сохранять традицию, она не понимает, от чего такие вот как бы правила. А правила очень просты. Дело в том, что души предков, в том числе и погребаемого, по ком тризна, приходят на данный, так скажем, праздник. Им очень интересно пообщаться с людьми. С одной стороны, им противно, а от людей воняет, воняет живыми, как для нас воняет мертвечиной. Но все-таки это близкие, родные люди, их тянет на общение. Они преодолевают себя, стоят сзади нас, кладут на руки плечи, пытаются заглянуть в лицо. И при этом неосторожное обращение с ножом или вилкой можно случайно или наколоть, или порезать своего родственника. Соответственно, чтобы подобного не случалось, ножи и вилки подавать не принято. Но одновременно принято наливать стакан с жидкостью и накрывать его хлебом. Иногда это просто стакан с водой, иногда в этот стакан некоторые наливают водку. Кроме того, некоторые ставят дома, а другие стакан, допустим, с той же водкой размещают на кладбище. Подобное интересно. Интересно еще чем? Тем, что корни данной традиции однозначно идут из язычества, то, что души умерших очень хотят пить. Но получается как? Если по христианской традиции душа умершего человека отправляется или в рай, или в ад, соответственно, ее нет в нашем мире, наливать ей там воду, сок, другие напитки не имеет никакого смысла. То есть вот здесь вот четко связь с язычеством прослеживается. Также имеется языческая связь с тем, что посыпать на могилу пшено. В первом моем ролике, так называемое вступление, некоторые писали о так называемой Нави. Действительно, такое место имеется в языческой традиции. Когда рассыпали пшено на могиле, считалось, что предки в виде птиц, птиц, кстати, называли навьи птицы, прилетают и клюют это зерно, то есть это подкармливать предков. Теперь про яйцо. Яйцо очень интересно. На Пасху, например, христиане клали яйца, ну и сейчас кладут на могилу, что также отдает язычеству. Еще раз напоминаю, по Библии души наших предков, умерших, находятся или в раю, или в аду, если брать Библию. Зачем на могиле яйца, для каких целей, непонятно. Дело в том, что яйцо, когда были захоронения в земле, по языческим традициям вообще клали в могилу, как символ возрождения, что предок там, благодаря как-то этому яйцу, возродится. Но опять же, яйцо встречается в сказках, смерть Кощея в яйце, с яйцом очень много у нас связано. Итак, дальше что? Теперь поговорим непосредственно о кремации. Дело в том, что у нас в доме, и тем более в доме наших предков, было два священных предмета. Это, соответственно, печь, и второй – это стол. Немного о столе. Но вот сейчас даже вышел такой, значит, сериал, довольно популярный, «Игра престолов», по-моему, называется. Могу чуть-чуть путать. Вот видите, наша архаичная память до сих пор сохраняет то, что стол какой-то магический предмет. Если вы мне не верите, ну давайте, значит, я вам напомню. Престол и стол – это однокоренные слова. Давайте теперь я слово «престол» разделю на два и назову как бы из двух слов. «Престол».
То есть престол, стол или вообще стол – это то, что дает власть. Не говоря уже, что для христиан в церкви престол – это одно из важнейших составляющих храма. Теперь, значит, про стол мы кратко поговорили, давайте поговорим про печь. Дело в том, что печка – это место, куда прах предков после кремации замуровывали. А дело в чем? Даже сейчас наша архаическая память вам об этом подсказку сделает. Вы, наверное, слышали, что некоторые ставят урну с прахом на камин. Естественно, каминов сейчас у людей, проживающих в многоэтажных скворечниках, практически не встречается, да и куда это ставить? Максимум только электронный какой-нибудь камин. Так вот, но память наша это бережет. Хотя сейчас камин – это вообще нечто из роскошной такой богатой жизни. Также во время игр, салочки, прятки, было принято, значит, прикасаться к печи. Считалось, что наши предки через печь протягивали также руку и прикасались к рукам, значит, своих прапраправнуков, да. Не надо думать, что предки жили в печи. Так наши, значит, предки не думали о ушедших за кромку. Они считали, что души живут где-то в своем мире, а печь, благодаря такой вот своеобразной могиле после кремации, нечто вроде портала в наш мир, через который им проще выйти. Это не значит, что они не могут выйти через другие, так скажем, порталы, входы, выходы. Просто как бы дверь в родной дом в виде печи. Значит так, что бы я хотел еще добавить. Также меня спрашивали в комментариях по поводу того, что такое 39-е царство. В своем вступительном ролике я, хотя и отвечал, да и в вопросы на ответы, когда создавал ролик, но дело в том, что 39-е царство – это царство мертвых. Сейчас напомню. По традиции, когда захоранивали в землю, вот, например, конек-горбунок мы обсуждали, третий день – это, значит, явление конька, то есть три дня – это очень важно. Потом девятый день крайне важен после погребения. И сороковой. А если мы тройку и девятку поставим рядом, получится цифра 39, такой намек на сороковой день, да? Опять же, это по мнению фольклористов. Возможно, мнение ошибочное, возможно, правы неоязычники. Возможно, я так понял, они что-то там вычислили, подсчитали, разузнали. Тут я спорить не буду, я просто привожу с точки зрения фольклора и как хранит наша архаическая, я бы сказал, родовая память. Так. Также была такая традиция, связанная с баней. А иначе говоря, сейчас она в христианстве сохранилась как родительская суббота. Но опять же, довольно-таки понятно, что здесь влияние язычников на христианство, потому что души или в аду, или в раю, кто их будет там куда-то отпускать, да и зачем. Дело в том, что в этот день было принято натапливать баню, ставить угощение предкам, там в том числе квас какой-нибудь, значит, все чистенько, все здорово, но никто туда опариться не шел. Была еще такая традиция на полу бани рассыпать золу. Для чего это делалось? Дверька приоткрыта, если после ночи на золе оставались птичьи лапки, то значит прилетали наши предки попариться в баню, ну, соответственно, в образе навьих птиц. Кроме того, было такое мнение, что в эту ночь в баню, ну, ни в коем случае нельзя отправляться, иначе, в общем, ты оттуда ты не вернешься. Ну, что мы еще можем сказать? У нас еще имеется такой крайне интересный праздник, как Пасха. Язычники его почему-то не любят, хотя удивительно почему. Дело в том, что данный праздник следует сразу после Масленицы. А что такое Масленица? Масленица – языческий праздник прощания с зимой. Пасха же почему-то плавающий праздник.
она никогда не происходит в одно и то же число. А фактически это праздник встречания весны, встречи с весной. То есть зимой попрощались, встречаемся с весной. На Пасху отправляются, соответственно, христиане на кладбище, рассыпают пшено, значит, кладут яйца, хотя зачем душа-то в аду или в раю. Причем считается, если проходить через центральные ворота кладбища, предки нас увидят. Ага, опять же, да, интересно, да? И вот получается такая вещь. Значит, для понимания, почему очень важно, что праздник Пасхи плавающий. Дело в том, что есть четкая дата Рождества Христова, хотя она оспаривается с католиками и православными. Допустим, у католиков 25 декабря, а у православных 7 января, но дата всегда привязана, несмотря на погоду и так далее, и день недели. А вот день воскрешения, получается, почему-то, ну, мягко говоря, оспаривают. Вот давайте представим, некий человек впал в кому 1 числа, а через 3 дня он пришел в себя, ну, условно говоря, воскрес. Значит, он воскрес, получается, 4 числа. Ну, и он решил этот день, как второй день рождения, отмечать. А отмечает его то 4-го, то 5-го, то 7-го. Как это получается? Дело в том, что тут явный намек на том, что христианская церковь не могла поглотить праздник прихода весны и просто возглавила это безобразие. Ну, все же логично, гляните, прошла Масленица, попрощались зимой, пришла весна, значит, праздник встречи весны. Теперь вообще страшное скажу, что такое кулич? Именно кулич. Кулич, ну, хорошо, хоть дедушка Фрейд нас не слышит. Дело в том, что кулич — это явный фаллический символ. Особенно это выражается, так скажем, креме из белка яйца, довольно-таки белым, наверху кулича. Понятно, что он символизирует, да? А если уж положить куличу пару крашеных яиц, то получится совсем-совсем. Ну как, оно не то, чтобы неприлично, это сейчас мы считаем, может быть, неприличным. Но вот именно к празднику весны, возрождения, когда сама природа родит, тут как бы фаллический символ имел огромное значение. И в итоге, так как христианство не побороло эту традицию, оно ее возглавило. И теперь она связана с нашей традицией погребения, когда мы отправляемся на могилы к нашим предкам, носим куличи, значит, яйца крашеные, посыпаем могилку пшеном, чтобы навьи птицы прилетели из Нави, да, то есть, а навьи птицы — это что, еще раз вспоминаем? Это души предков, которые в образе птиц прилетают и питаются. Вот глядите, вы же все это сами знали, но самое интересное, когда даешь вам код к этому шифру, ваша архаичная память, она даже не нуждается в самом коде и расшифровке кода. Все она хранит, вам только подсказать надо. Правильно? Вот когда ты, значит, также имеется такая интересная традиция со смертью, когда мужчина или женщина погибает, защищая свой род, погибает за родину, она автоматически попадает в рай. Кстати, тут отголоски даже с так называемыми скандинавами, когда, значит, как, погиб с оружием в руках, попал в Вальхалу, если правильно произношу. Но у нас сейчас, видите, видоизменилось, погиб за родину, а если родина, род, то есть погиб за своих родственников, за свой род, защищая род, то куда же тебе отправляться? Соответственно, в леса вечной охоты, где счастье и весело. Ты же не просто так отдал свою жизнь. Ну и теперь я как бы намекнул отправляться. То есть получается путь. Отправляться в какой-то путь. А в какой путь? Давайте напряжем свою архаическую память. У нас даже сейчас покойника отправляют в последний путь. Уверен, даже если вы вообще атеист и так далее, фразу вы слышали и смысл вы ее понимаете. То есть последний путь — это прощаемся с усопшим человеком.
Но тут еще и второй смысл. Дорога – это тело Бога на земле. Это священная вещь. Любой, кто в свое время умудрился бы нагадить на дороге, был повинен смерти. Причем жестокой, лютой смерти. При помощи быков и сахи такого негодяя распахивали, разрезая пополам, ну, соответственно, положив на дорогу. Потому что дорога делила мир мертвых и мир живых. Слева мертвые с косами стоят, а справа живые. Также колодец был портал в другой мир, не говоря о том, что он находился под землей. Но парадокс в том, что давал исключительно живую воду. А почему? Вода поступала свободно, никто не перекрывал так называемое горло ключу. В итоге вода постоянно шла, постоянно наполняя колодец. Ну как это объяснить? Вот вы понимаете, допустим, воду воспринимали наши предки как нечто живое. Мы дышим воздухом, а ключ бьет водой. Соответственно, если я или кто-то другой перекроет вам горло, не даст вам дышать, вы через какое-то время умрете. Если ключу перекрыть, значит, поток воды, который идет, он через какое-то время умрет. Так что в итоге, благодаря кранику, который вот стоит у нас там на кухне, в ванной и так далее, мы используем исключительно мертвую воду. Мы перекрываем ей горло на несколько часов. Не надо думать, что наши предки были настолько дики, они не могли сделать какую-либо колонку и сделать краник, чтобы его перекрывать. Даже по официальной истории наши предки вполне себе делали краники на бочках с вином, бочках с пивом, так что ничего волшебного в этой технологии нету. И краник, в принципе, при желании и прямых руках можно сделать и в кузнице, и, если не ошибаюсь, даже из дерева. Я, кстати, не настолько пряморук, поэтому ничего утверждать не буду, но, по-моему, сам по себе кран, самый примитивный, самый простой, не требует сверхтехнологий. Также лес является границей миров, что делит на мир живых и мир мертвых, как, впрочем, и река. Вот давайте снова, значит, отнесем, значит, к вашей архаичной памяти. Помните такое, значит, речка? А что такое речка, вода? Не помните? Ничего в архаической памяти не просыпается? Ну хорошо, я вам намекну, и вы начнете сейчас, наверное, улыбаться и киваться головой. На свидание девушку лучше всего пригласить к фонтану, пруду, встретить на берегу реки рассвет, или, например, прокатиться на лодочке с девочкой. По воде, соответственно, вы же не по земле на лодочке катаетесь. Есть такое, вшит у вас, да, кто-то улыбается, считается это чем-то романтичным. Угу. Что-то, да, просыпается в архаичной памяти. А ведь это довольно-таки сакральные прогулки, связаны не только с любовью и свиданием, а свиданием между миром живых и миром мертвых. Получается, жених свою будущую невесту приводит на смотрины своим умершим родственникам. Они одобряют или отвергают его выбор. Также родня девушки смотрит на жениха, помогает сделать красавице выбор. Ну, то есть подсказывает ей, довольна она или нет. Только надо к знакам присматриваться, прислушиваться. Как видно из данного факта, мертвые не только уходят в другой мир, на тот свет, но они активно принимают участие в жизни живых. Ну вот, наверное, пожалуй, все, что, наверное, так кратко можно рассказать о обрядах погребения, значит, смерти, связанной со смертью. Тем более хотелось закончить на позитиве, романтике, значит, свиданиях, намекнуть, что как бы смерть это не конец. Ну и, соответственно, так, есть такой круговорот в природе. Одни люди умирают, другие начинают встречаться на свиданиях. Появляются новые люди. Всем бобра!